для чего будем мы есть в метели? Для чего заунывные вьюги? Чтобы оплакивать наши потери. Наши глупости, наши разлуки. Чтоб рыдать над осколками судеб. И над тем, что, увы, не сложилось. Для того, чтобы всем взрослым людям меньше плакалось. Все грехи, все плохое, все злое. Чтобы думалось лишь о хорошем. Чтобы чище казалось вокруг. Чтобы стали светлей наши лица. Себе и друг другу.